Здравствуйте. Сегодня с вами врач-невролог областной клинической больницы города Саратова Елисеева Наталья Николаевна. И сегодня мы с вами поговорим про такую патологию, как нейропатия лицевого нерва. Нейропатия лицевого нерва – это воспалительное поражение седьмой пары черепно-мозговых нервов, при котором поражается лицевая мускулатура лица. Поражение чаще бывает односторонним. Этиология заболевания многообразна. Это может быть вирусная инфекция, травмы, ишемические повреждения, сосудистые нарушения. Чаще возникает после заболевания уха, но гораздо чаще бывает идиопатическим. То есть причина возникновения неизвестна. Заболевание имеет стадийность. Острая стадия длится до 14 дней, подострая стадия до месяца и хроническая свыше месяца. Поражение бывает односторонним. Заболевание начинается с того, что пациенты начинают беспокоить дискомфорт, боль в области уха. Затем присоединяется сухость глаза или слезотечение и нарушение вкусовой чувствительности. Затем идет поражение мимической мускулатуры. То есть, если попросить пациента нахмурить брови, у него не получается. При просьбе попросить надуть щеки или вытянуть губы трубочкой, или улыбнуться, у пациента также это не получается. Очень важно, чтобы терапия была своевременной и комплексной, чтобы избежать инвалидизирующих последствий для пациента. Терапия делится на медикаментозную и немедикаментозную. Немедикаментозная терапия включает в себя физиолечение, массаж, гимнастику, иглорефлексотерапию. Медикаментозная терапия представляет